Индикт и Индиктион. Здравствуйте, мои дорогие. Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое индикт и индиктион? Индикт – церковный Новый год, церковное новолетие, совершаемое 1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому. А индиктион – период летоисчисления в 15 лет с началом 1 сентября. В христианскую эпоху при святом равноапостольном Константине Великом период в 15 лет лег в основу летоисчисления, начиная с 312 года. Великий индиктион – период времени в 532 года, называемый Великим Пасхальным кругом, а на Руси – Миротворным кругом, по истечении которого даты празднования Пасхи следуют в том же порядке, как и в предшествующий период. Счет обращений Великого Индиктиона ведет начало от сотворения мира и человека. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!